Приветствую в Мексике, мис амигос. Это место не похоже ни на какое другое. Но, как и в вашей стране, у нас есть очень плохие люди. Люди пропадают. Туристас, детки. Здесь очень небезопасно. Ясно. Будьте возле виллы. Ола, мами. Это твой ихо? Мой сын, да. Тогда, может быть, ты нас представишь? Сказали, помочь не могут. Что? Почему это не могут? Все люди в Мексике знают легенду о плачущей. Мы рассказываем ее Ниньос, чтобы сидели дома, в безопасности. Это не ложь. Ла Херона реально. Я иду, малыш. Мама идет. Мой бог! Дэнни!